Итак, срочная новость. Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света. Как вы видите на видеоролике, действительно неопознанный и летающий объект с исходящим очень мощным лучом. Жительница Осло опубликовала запись, которую сделала в одной из ночей. На видео запечатлен странный объект, спускающий на землю яркий луч света. И если посмотреть на этот объект издалека, то становится очевидным, что это обычный фонарный столб. Очевидец странного явления не называет своего имени, но рассказывает, что резко проснулась среди ночи, словно ее кто-то толкнул и зачем-то пошла к окну. Честно сказать, меня просто поражает, зачем Рамблер размещает на своем сайте такие дурацкие какие-то издания, видеоролики. Как мы знаем, Рамблером владеет Алишер Усманов. Так он владеет и Рамблером, и Мегафоном, и Мейлом. То есть все СМИ в России контролируются государством, принадлежат олигархам. Естественно, контролируются государством. Но для чего дурачить и вот выставлять вот такие прям откровенно просто непонятно для чего такие видеоролики выкладывать. То есть это очевидно фонарный стол. Вот даже вот сделать, если вот в отдаленке, вот фонарный стол, обычный фонарный стол. То, что она увидела, сильно ее озадачило. В темном небе будто завис странный черный объект, от которого к земле шел световой луч. Женщина, тем не менее, успела снять это странное явление на камеру смартфона. После того, как шведка выложила видео в сеть, пользователи не замедлили оставить комментарии. Многие почитали, что женщина всего лишь сняла обычный уличный фонарь. Но другие с ними не согласились, обратив внимание на то, что потоки света от близлежащих фонарей отличаются от света необычного объекта. Вот такие вот новости на Рамблер. Просто идиотизм, честно говоря. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе всех самых интересных событий. Всего доброго и до новых встреч.